Тонкий изогнутый монитор с хорошей контрастностью. В этом видео поговорим о мониторе Samsung с индексом C27F396FHI. Комплект поставки помимо самого монитора включает кабель HDMI, внешний блок питания, а также диск с драйверами и документацию. Монитор получил изогнутый пластиковый корпус толщиной всего 13 мм. Он расположен на небольшой устойчивой подставке, позволяющей регулировать угол наклона экрана. Наличие веса крепления с посадочным квадратом 75 на 75 позволяет использовать монитор вместе с кронштейном или настенным держателем. На задней панели расположились джойстик управления, совмещенный с кнопкой питания, а также порты VGA, HDMI и разъемы для подключения гарнитуры и питания. Радиус кривизны 27-дюймового дисплея составляет 1800 R. Full HD матрица выполнена по технологии VA, обладает стандартной статической контрастностью на уровне 3000 к 1 и скоростью отклика в 4 миллисекунды, что важно для динамичных игр. Равно как и поддержка технологии AMD FreeSync, предотвращающая разрывы изображения. Также монитор поддерживает технологии уменьшения мерцания и синего свечения для более комфортной работы и снижения нагрузки на глаза. Подытожим, этот 27-дюймовый монитор от Samsung имеет сверхтонко изогнутый экран и довольно качественную матрицу для своего ценового сегмента. Он подойдет как для игр, так и для работы с документами или просмотра фильмов.